В Артемовском городском округе многие инженеры, ведущие специалисты промышленных предприятий именно из-за трудностей межведомственного управления, отсутствия прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений отказываются от своих разработок инновационных проектов. По этому поводу председатель правительства Свердловской области Денис Паслер провел очередное заседание, где был принят проект постановления о создании правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению инвестиционных проектов, которые реализуются на территории региона. По сути, речь идет об изменении системы работы с инвесторами. Именно это позволит инвесторам, а в Артемовском городском округе они имеются, упростить все процедуры, связанные с документацией. Работа будет строиться по принципу проектного офиса. В своем докладе Алексей Орлов подчеркнул, что на федеральном уровне такой подход инициирован Министерством экономического развития России. В течение последних 2 лет утверждены и активно реализуются рекомендации для органов государственной власти. Более 10 субъектов Российской Федерации уже реализовали такой подход в формате пилотных регионов. В Свердловской области отдельные элементы такого подхода были реализованы в рамках стандарта ОСИ. Настоящим постановлением предлагается упорядочить межведомственное взаимодействие исполнительных органов госвласти Свердловской области, корпорации развития Среднего Урала, фондов, созданных с участием Свердловской области, по содействию реализации инвестиционных проектов, в том числе обеспечению безусловного выполнения целевых параметров проектов, признанных стратегически важными для Свердловской области. Кроме того, в результате утверждения губернатором перечня проектов, имеющих стратегическое назначение для Свердловской области, а их 63, появилась необходимость формирования критериев отнесения инвестиционных проектов к стратегически значимым и определения порядка взаимодействия по их реализации. Такие критерии прописаны в документе. Предполагается в составе правительственной комиссии сформировать 3 рабочих группы. Деятельность первой направлена на обеспечение реализации дорожной карты или плана мероприятий по повышению позиций Свердловской области в национальном рейтинге, состояние инвестиционного климата и мониторинга результатов внедрения стандарта ОСИ. Вторая группа отвечает за содействие улучшению делового климата в части сопровождения инвестиционных проектов, которая, к слову, уже прошла первичную апробацию в деятельности Министерства инвестиций и развития Свердловского фонда поддержки предпринимательства. В дальнейшем мониторинг реализации проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области, планируется осуществлять в рамках деятельности инвестиционного совета. При этом содержательная подготовка материалов будет возложена на соответствующую 3-ю рабочую группу правительственной комиссии. Принятие постановления о создании правительственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых на территории Свердловской области, является основой формирования целостной системы согласованной межведомственной работы с инвестиционными проектами. Предложенный подход позволит повысить эффективность межведомственного взаимодействия за счет единых подходов проектного управления, сократить сроки подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при осуществлении инвестиционных проектов.